Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Максим. Простите, что так долго не было видео на канале. Ну, сегодня я вам покажу, как сделать гиганта в Mimo Playground. Простите, что я очень много раз ошибался с Mimo Playground, потому что есть на компьютере Mimo. И нажимаем вот эту надпись. Вот вторую. Или какую? Вроде вторую. И вот эту. И все. У нас включается. Мы сделали гиганта в Mimo Playground. И еще я вас хочу научить, как сделать, чтобы он ходил. Давайте я вам сейчас это покажу. Нажимаем на вот... Ай. Блин, опять заморозил. Достаем снова. Берем и открываем этот чат опять. Да господи. Извините. Все подготовил. И тут у нас последние две. Нажимаем самую последнюю, и он вуаля ходит. А как его остановить? Сейчас я посмотрю. Ну как я его остановил? Нет. Ладно. Вот, пофиг. Заморозись! Да. Ну, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.